Всем привет. Время 6 часов 20 минут утра. Температура показывает градусник 21,1 градус. Вот такой вид с балкона. Колесо обозрения. Люди еще все спят, а мы со Светой собираемся изучать прибрежные пляжи Сочи. Сейчас мы завтракаем и идем на Ласточку. Солнце вот только там встает. Ветер какой-то поднялся непонятный. Вот солнце встает за горами. Привет. Мы находимся на вокзале Лазаревского. И сейчас мы отправляемся на пляж в Солоники. Посмотрим, что там за пляж, много ли народу и как он обустроен. Сразу электропоезд Туапсе, Инвитинский курорт, вокзал электропоезд Туапсе, Инвитинский курорт, вокзал Олимпийский парк. Будет прибывать на первый путь. Это наша электричка Ласточка. Электропоезд Туапсе, Инвитинский курорт, вокзал Олимпийский парк. Прибывает на первый путь. Скоростной электропоезд Туапсе, Инвитинский курорт, вокзал Олимпийский парк. Прибывает на первый путь. Ну и вот наша Ласточка летит. Вот, как видим, народу собралось прилично. Лазаревского. Частные дома все. Промовские дома отдыха. Ну и река Псизуапса. Ну и, естественно, море. Вот такая речка, вонючка пока. Когда дожди пройдут, он как разбушуется, ух, все сметается. Извините, пожалуйста.
Пляж Одиссея. Время раннее, еще народу мало. Но сегодня тоже почти идеальный штиль. Вот мы и приехали на станцию Салоники. Вот такой здесь вот пляж. Мы здесь первый раз. Светлана говорит, поехали посмотрим. Ну, поехали. Я не знаю, чем он тут отличается от пляжа Визор. Народу. Ну, народу. Визор на автобусе ехать. Ну, Визор вообще-то ближе, чем ехать на Ласточке сюда. Да, в эти Салоники. Не знаю. Ну, пока народу мало, потому что время только еще 8:30. 8:30. Народ вот только подтягивается туда. Вот уже по катушке поехали в Лазаревское. Ну, а мы идем искать место под солнцем. Так, ну что, вот такой вот пляж. Интересно, мы когда ехали сюда, приезжали в Визор, там вообще волны не было. Но я так понимаю, вот эти лодки, которые сейчас все поедут в Лазаревское, вот создают эту волну. Потому что на том пляже там был штиль. А здесь даже вода перебаламучена. И прозрачности нету, как было вчера. Ну вот мы видим Лазаревское колесо обозрения. Так, ну что, время 8:38. Замерим тут температуру воды. Так, градусник показывает 26,7. Ой, тут эта волна какая-то непонятная. Да, опускаем. Ну и смотрим. Так, ну что? 27 градусов показывает. Подождем еще немного. Так, 27,4. Немножко пройдем. О! Что-то кажется, мне вчера теплее было. Так, 27,6. Семь и семь. Ну вот, замерла вода на 27,7. Ну, минус 0,2. 27,5 точно есть. Пройдемся по пляжу, посмотрим, где официальный пляж. Это типа у нас дикий считается. А сейчас мы пойдем на официальный.
и посмотрим, какую тут цену на лежаки и зонтики. Вот народу полно здесь. Люди подходят, кто-то уже уходит. И ветерок. Выбираем себе лежаки. На народ стоит. Так, здесь есть фастфуд. Вон барабулю предлагают, мохито. Вышка спасательная. И есть бунгало. Так, вот сейчас посмотрим цены где-нибудь, найти бы. А, есть раздевалки еще здесь тоже. Ну, парашюты, сабы. Нашел прескурант цен. Сейчас мы все увидим вживую. Шезлонг 250 в день, зон 250 в день, бунгало 1500 в день или 500 рублей в час. Ну, бунгало вот на двух человек рассчитано. Пляж идет еще туда дальше. Это, наверное, он вдоль всего побережья идут. Здесь пляжи. Дальше там уже Волконка пойдет. Мы, естественно, туда уже не пойдем. Мы вам показывали пляж на Волконке. Ну а здесь вот развлечение, пожалуйста. Так, я вот смотрю, вышли на сабах. Что-то меняется, какой-то ветер усиливается, на море появляться начали барашки белые, хотя вроде обещают жару, а барашки, значит, предвестник шторма приближающегося. Вот и парашютисты летят.
называется «Помочить ножки». А нет, они уже пошли все на посадку. Сели. Ну а вот и наша водоплавающая. Все сильнее и сильнее становится. Далее видим быстроходное судно, летит на всех парах. И вдали там еще мы видим еще вот видим белый теплоход. Да. Ну, вот такой быстроходный. Катамараны. Скорее всего, это ракета на подводных крыльях, и которая идет в Сочи. А вот дракоши потащили в море. Время 11 часов, мы уже начинаем собираться. Здесь вот такие розовые фламинго появились. Не знаю, как там на волне, там и получится. Тут такие милашки. Народу прибавилось очень много.
Вот поезд идет в Сочи. Ладно. Везет туристов на море. Ну что, Светлана, оправдались ли ваши ожидания от пляжа в Салониках? Нет, я ожидала лучшего. А здесь народу пропасть, булыжники такие же, как Визор. И море на самом деле перебаламученное. Вот мы посмотрели, Визор получается там как бы лагуна, и, наверное, все-таки волна сглаживается. Там более спокойное море, соответственно, и чище получается. А здесь... Да, неприятно в такой перебаламученной воде, конечно, хоть народу мало. А, что еще сказать-то? Ну, не знаю. Короче, решили мы остаться верным своему пляжу Визор. Ну, мы прощаемся с пляжем Салоники. Больше мы сюда не поедем. Народу здесь, как видите... Не, ну по сравнению с центральным, естественно, мало народу. Если взять центральный пляж Лазаревского, это, то да, конечно, не то что. Здесь народу мало. Тут вся береговая линия пустая. И этих лежаков нет. Но если взять пляж Визор, то тут народу очень много. А условия? Те же самые. Да, я думала, все-таки, может, камушек там помельче будет. Спуск такой же тяжелый в воду, смысл? Ну и вот наша Лазаревская. Мы возвращаемся в Лазаревскую.